Краевые власти подвели итоги отбора оператора единой системы оплаты проезда. Так, в течение этой недели планируется подписать контракт с компанией «Тройка Пермь». Затем начнется тестирование платежной системы. Карты будут доступны всем пермякам. После к системе подключатся пригородные и межмуниципальные маршруты. Далее остальные города Прикамья. Напомним, сейчас в регионе работает порядка 8 автономных платежных систем, а благодаря новой «Тройке» по всему Пермскому краю заработает единая комплексная. В скором будущем карты «Тройка» появится в Березниках, в частности, на троллейбусных маршрутах.